Итак, всем здорово. Сегодня будем заниматься малярными работами. В принципе, есть два баллончика краски. Лежат уже с прошлого года. Надо их использовать. Красный, белый. Буду красить штампы в два цвета. Не знаю, какой стиль, там ретро или реста. Но будет два цвета, красный и вот белый. Вот полоска. Буду делать по-разному, тонкую полоску и полностью белым и красным. Малярный скотч, чтобы обклеить эту часть, чтобы краска не попадала. Ну и шкурка, сейчас все зашкурю. Пока только два колеса сделал. Вчера уже покрасил. На одном колесе получается тонкая полоска белая будет, а здесь будет побольше полоска. Ну чисто вот этот ободок, вот эта нижняя полка будет вся белая. Чисто посмотрим, как она по внешнему виду будет смотреться, шоха. Это будет такая временная установка колес, постоянно так ездить не буду. Да, и также буду ставить колпаки родные от шестерки. Посмотрим, как они будут смотреться. Эти колеса уже высохли, они всю ночь лежали, хорошо подсохли. Можно их поставить, а белую полоску можно сделать в другой раз. Сейчас прикинем, посмотрим, как это будет смотреться. Ну что, снимаем пакет, смотрим, как получилось. Саму покраску я не стал записывать, там обычное явление. Покрашиваешь, прошелся и получается в три слоя у меня прошлось. Местами плохо подкрасилось, где-то шагрень. Ну, в принципе, пойдет. Это чисто так. Посмотреть внешний вид. Так, блин, вот сюда немножко попало, блин. Вот своя полка, она вот эта вот нижняя часть, она уже была покрашена, но она немного выцвела, конечно. Еще потом белым пройдусь, будет нормально. Это можно затереть. Сейчас, в принципе, ставим и выезжаем. Посмотрим, как они будут смотреться. Пока полочку не стал эту проходить, в принципе, потому что этот долго она будет сохнуть. Если что, потом заклею. Пока так поездию, и подкрасить будет, конечно, белее. Но это, так сказать, временно сделаю сейчас. Потом уже полностью полочку подкрашу.